бедный Йорик! Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь это само отвращение, тошнотой подступающее к горлу. Бедный Йорик. Была водочка. Но водочку-то мы уж выпили с Юрчиком. Так себе скажу. А стоит как мост чугунный. Ха-ха-ха-ха. Почта России. Блин, тяжеленная. Там, наверное, шесть видов этих самых наутилусов. Еле допер, парни, еле допер, посылок наполучал, хреновую тучу, но все, дело будет. Здравы, здравы будьте, браты мои и сестры во Христе. Видали, братья, сколько фургон, почтовый фургон угнал, сколько посылок приехало, комплектующих немерено. Буду завален работой по самой не балуйся. Ну, короче, вам по пояс будет. Друзья мои, ну у нас же вторая часть марлезонского балета, как я обещал. Будем делать второй хамажик или мод на Белл энд Росс, на череп. Да? Как он там правильно произносится? Улыбающийся череп, если мне память не изменяет. Ну, у них в оригинале. Laughing Skull, Skull, Laughing Skull, улыбающийся череп. Друзья мои, вот когда сделали эти часы, да, вы там начали писать комментарии, за что я вам признателен, за любые комментарии, ей-богу. Все равно, положительные они или отрицательные. И некоторым вот эти вот данные часы, ну, не зашли, да. Допустим, из-за того же Бейзеля, что ну, там колхоз, не колхоз. Братья мои, вот други мои. Я же не делаю, вот мы с вами не делаем стопроцентную копию или подделку. Мы делаем хамажные часы. Напомню, что такое хамаж. Это по образу и подобию. То есть, да, примерно что-то похожее на оригинал. По образу и подобию. Поймите. И второй момент. Други мои, вот на вкус и цвет все фломастеры разные. Попробуйте, вот реально, реально они разные, возьмите там черный, красный, они все разные, понимаете? Поэтому, ну, кому-то нравится, кому-то нет. Так что, там есть комментарии, я видел, кому и понравились часы. Друзья мои, фломастеры все разные, не должны всем нравиться. И потом, это хамаж, это не точная копия. Так что вот, будем сегодня делать... Вон череп, видите, вот оригинал, сейчас я вам поближе покажу. И я вас уверяю, что он не будет 100%, вообще не будет. Ну, грубо говоря, будет что-то похожее. Но такого не будет. Такого не будет. Чтобы если кто-то ожидает, что я сделаю точно такое же, этого невозможно. Следующий момент. Там, парни, написали вы там, что у меня осеннее обострение, что я пургу несу, да? Но, други мои... Я же не блогер, ёпта. Обычный парень, как вы. Я пытаюсь как-то видео преподносить вам. Ну что, тупо мне вот показывать. Все, у нас сборка. Взял, быстро собрал, показал за минуту, да. Ну хочется и побалагурить немножечко. У нас время тяжелое. Не знаю, с юмором, может быть, у меня туго, но простите уж меня, старого грешника. Да, и опять же напоминаю про фломастеры, друзья мои. Я ведь не 100-долларовая бумажка, правда? Вот, и не девушка, не девица-красавица, чтобы всем нравиться. Так что, вот так вот. Не обязан я всем нравиться. И мой разговор тоже. Как написали, смотрите, мол, на перемотке и без звука. Ну что поделать, ладно? Другие пишут, что все шикарно, нравится. Но это все нюансы, друзья мои, все это фигня. Давайте сейчас я переставлю камеру, ну и мы сделаем. Я быстро буду сегодня делать, просто я обещал вам показать один маленький штрих
Вот теперь давайте, что касается часов, все-таки есть маленькие нюансы, которые добавляют внешний вид, я уже рассказывал об этом, либо какая-то изюминка, либо ли еще что-то. Так вот, часы, которые мы будем делать сегодня, там циферблат весь забит вот этим черепом, и логотип Seiko тот же, да, но его некуда впендюрить просто-напросто. И есть вариант, как исправить данную ситуацию, чтобы хоть что-то было написано где-то, да, что, грубо говоря, на часах. Ну, совсем без надписи. У меня за все время всего вот один человек попросил сделать часы без единой надписи. То есть, чтобы был стерильный логотип. Всего один. А всем остальным он хочется, чтобы хоть что-то было написано. И желательно даже побольше. Вот те же, да, когда делаем там Data Just, чтобы было все там Oyster, Heroister и все прочее, чтобы было больше надписей. Но это, опять же, не всегда возможно. Производители не все надписи туда делают. Это сложно найти такой циферблат. Все, други мои, я переставляю камеру, показываю вам этого скелета, этот череп, сколько он стоит примерно. Ну и будем делать на него хомаж. Хомаж, друзья мои, или мод, как хотите называйте. А мод это вообще, это солянка, это собрание сочинений. Понимаете, можно с разных часов что-то понабрать и напихать в одни, и получится вот, как у нас в России называют, это котлета. Грубо говоря, понимаете? Повторяю, мы не делаем точную копию. Да, иногда получается, но это в большей степени на сами Seiko, потому что там, ну, все реально, и циферблаты, и корпуса, и все на свете. Да, получается очень похоже. И значительно дешевле. Это очень важный факт. Значительно дешевле, друзья мои. А руки-то, вот они золотые. Чем они хуже японских каких-нибудь? Ничем. Погнали, друзья мои. Погнали делать часики. Итак, други мои, вот он, Laughing Skull. Это, да, смеющийся череп. Вот так вот он выглядит в оригинале. Это сайт, кстати, Bell & Ross. Натуральный. Вот. Часы сейчас покажу, сколько стоит. Видите, о чем я говорил? Вот верхняя крышка, да. Она такая вот тоже довольно-таки глухая. И здесь циферблат вырезан именно в виде черепа. У нас будет немножечко по-другому. То есть в более каком-то таком привычном виде, то есть будет круг, обычный круглый циферблат, на котором будет у нас череп, да еще и с короной. Стрелки здесь, как вы видите, стилизованы под мечи у оригинала. Я такие нашел, но они не на NH35. Они, по-моему, там то ли Miyota, то ли ETH-ка, что-то такое. То есть они есть, вот эти вот мечи, но, естественно, я не смог их взять, чтобы поставить на NH. Вот, вот такой вот оригинальчик у нас. И смотрите, сколько на Chrono 24. Не так их много предложений. Самые дешевые, я вижу, вот 285 тысяч. Самые дорогие 559 тысяч, полмиллиона. Вот такие часы стоят. И не знаю, бэушные это или новые. Там же на Chrono продают разные, как БУ, так и новые. Вот, друзья мои, короче, 300-500 тысяч стоит оригинал. Ну, а мы с вами сейчас я разложу комплектующие и покажу, что будет у нас. И покажу ту маленькую фишечку в плане циферблатов и логотипов. Все, переставляю камерку. Итак, други мои, разложился, да? Вот, смотрите, вот такой же корпус квадратный, да? И опять с безелем. Ну, что поделать, вот реально, парни. Ну, делают такие. Есть, кстати, мне скинули ссылку, есть на Bell & Ross недорогие подделки китайские. По там 3-4 тысячи рублей. Но они в корпусах без безеля. То есть, вот как в оригинале. И решили и подумали, что, может быть, даже стоит купить подобные часы. Если они подойдут под NH35, надо смотреть, читать это самое описание. Ради корпусов. Вот начинку нахер там всю какую-нибудь дешевую выкинуть. И ради корпусов. Без безеля. Они вот таким можно путем пойти. Ну, а у меня на сегодня вот такой же опять корпус. Квадратный. С золотым таким безелем. Почему с золотым? Со вставкой я имею в виду. Сейчас поймете. Потому что у нас пойдет
Ну, естественно, будет NH38 без даты, потому что у нас идет, вот он, вот такой циферблат. Вот, парни, смотрите, о чем я и говорил. У нас будет или мертвый король, или тоже смеющийся череп с короной циферблат хорошего качества. Он такой рифленый, не знаю, видите, вид, то есть, ну, как это самое, как гравировка, выпуклое все. Здесь у нас такая, по нему идет перфорация. Как бы вам почетче, вот, почетче показать хочется его. То есть он, это не просто рисунок, это на металл. То есть сделано из металла. Хороший реально циферблат. Вот такой вот будет стимпанк, скажем так, в коричневых тонах. Золотые, коричневые, да. Значит, и вот как видите, о чем я говорил. Где здесь логотип, сюда вонзить, естественно, ну некуда. Некуда просто, потому что везде идет рисунок. Логотип у нас должен быть здесь, сверху. Сюда его не поставить. Соответственно, есть небольшой выход. Ну, естественно, сбоку лепись или куда-то. Это, ну, это точно колхоз будет. Вот. Ну, а чего-то, допустим, хочется. И вот смотрите, какой же есть выход из всего этого. Ну, стрелочки пойдут у нас вот такие. Точно такие. Ну, это сейковские стрелки. Только у них надо получить завтра на почту заскочу. Они приехали уже этой же формы. Но внутри пусто. А они, вот этот контур, весь из люминофора. Понимаете? То есть будет светиться такой контур. А здесь внутри пустота. Ну, для того, чтобы я такие взял, для того, чтобы было больше видно сам циферблат. А теперь вот маленькая та фишка по поводу этого маленького штриха. Где же нам взять логотип? Да все, оказывается, ребята, очень просто. Сейчас я попробую вам сфокусировать, потому что все мелкое. Вот в этом наборе стрелок есть секундная стрелка обычная. Да, вон она болтается. И что мы делаем, чтобы добавить логотип, друзья мои? Вот на этот циферблат. Да, вообще на эти часы. Друзья мои, продаются. Сейчас. Увеличить как-то вам. Ну или достану. Давайте я камеру выключу. И покажу вам. Покажу вам, что это такое. Ну вот, внимание на экран. Увеличил. Так, сейчас фокусируем. Вот он, друзья мои, маленький штрих. Как вы видите, что здесь у нас на конце секундной стрелки? Все верно. Давай, фокусируйся. Логотип Seiko. Вот такие вот бывают секундные стрелочки. У меня их здесь... Они абсолютно разного цвета, я просто не буду все доставать, просто поверьте на слово, есть, ну, чисто стальные, черные надпись, где она, господи, теряется, фокус. Черные, желтые, красные, синие, то есть разного цвета именно вот эта вот сама надпись Seiko на секундной стрелке. Вот она и у нас и будет, грубо говоря, где цифер, сейчас... Вот она у нас вот здесь вот будет вот таким вот макаром. Вот вам логотип. Как вам? Четкое решение. Вот такой вот, мне кажется, хороший вариант. Но сюда я не знаю, какого цвета поставить. Выберу. Может быть, черного поставлю. Вот. Чтобы она как-то выделялась. Красный, наверное, сюда не подходит. Нету ничего такого. Коричневого нет. Сольется. Что у меня там, ребят, не помню, какие я покупал. Сейчас посмотрю, давайте. Так, ну красные есть. Дальше у нас идет, сейчас покажу. Вот серебро, видите, вот серебро хорошо видно, вот Seiko. Да? Вот такая секундочка. Где еще у нас что? Вот чисто черная. Сейчас, иди сюда. Да, блин. Я просто увеличил камеру. Так, переворачиваем. Ну вот, да, чисто черная Seiko. И еще что. Сейчас поглядим. Так, еще какой. А, там черная чисто стрелка, а здесь серебро с черным. Вот ее, наверное,
Ее, наверное, и поставим в эти часы. Вот ее. Вот такой вариант. То есть, вот такие штрихи. Еще по поводу штрихов, друзья мои. Я сейчас как раз попутно еще собираю одни из моих любимых Дипсия, да, на 500 метров, которые у нас. Помните, грамбозные? Сейчас меньше сделаю экран. Вот он, маленький штрих. Просто все время шли, я ставил обычные комплекты. Да, вот они. Серебряные все стрелочки. Но, как вы видите, вот у меня был первый циферблат и надпись Дипси, вот это внизу, она была изначально в первом варианте белая. А сейчас я нашел вот эти вот очень хорошие циферблаты, хорошего качества, и она здесь зелененькая. Да? Ну и по старой памяти, то есть как у оригинала, по большому счету, у Ролекса, продолжал ставить серебряные комплекты стрелок. И тут заказали у меня вот часики, один из заказали двое, один из заказчиков говорит, что, мол, Юра, а что если вонзить туда секундную стрелку зелененькую? Ну вот зелененькую, правда, она другого оттенка, но что поделать. Вот, такие вот маленькие штрихи тоже добавляют некого антуражика. Так что имейте в виду, как можно все делать. Ну, давайте я приступлю, как обычно, и, наверное, уже покажу вам готовый результат. Что у нас получится с мертвым королем или смеющимся черепом. Вот такой вот он. О, видите, поймал, наконец, фокус. Хороший цифер, ребят, хороший. Объемный, видите? Все, начинаю сборку. Привет, парни и девчули. Ну, продолжаем, просто привет, потому что прошло некоторое время уже между съемкой. Все ждал стрелки, да, на нашего Юрика. Думал, похерили, потому что приехали, смотрю по перемещению, да, отслеживаю. Блин, 2 недели назад уже были у меня в Питере на сортировке. И все, и 2 недели молчок. Думал, ну все, я остался без стрелок. И вот сегодня утром наконец пришло долгожданное сообщение, что можно получать. Пошел, получил и уже установил. Так что сейчас продолжим, сейчас покажу, да. Переставлю камеру. Ну и все, и дособираем, и покажу вам уже Юрика нашего. Юрика. Давайте переставим камеру. Пока. Поехали. Вот, други мои, вот что у нас получается. Смотрите, вот он наш Юрик. Да, вот с такими вот стрелочками. Как вы видите, они всего контурные. То есть не целиковые, а вот этот контур, и он такой беленький. Это люминофор. То есть он как раз и светится. Я вам, естественно, покажу в конце, как это выглядит. Сейчас просто выставлю. Вот так. Но фокус. Вот такие вот. Чтобы, ну, не закрывало рисунок, я, как вам уже и говорил, взял их, чтобы внутри было пусто просто, да, чтобы не закрывал этот череп, взял такие вот сейковские стрелочки. Все, а сейчас поставим секундочку. Значит, в этом комплекте шла вот такая вот стрелка обычная. Вот она, секундочка. Ну, один, она серебряная, и кругляшок такой же белый люминофорный. Тоже пустотелый, видите? Вот, это был комплект. Ну, а поставим сюда, как я уже и говорил, с логотипом Seiko. И вместо черной я подумал, поскольку стрелки все-таки белые, возьмем... Блин, да, давай, фокусируйся. Ну, вот она беленькая. И на конце серебряный логотип Seiko. Вот ее сейчас... Сейчас я вонзю, я ее внедрю. Дальше мы что делаем с вами? Чистим корпус, все продуваем, прочищаем. Накидываем быстренько корпус, подгоняем вал, закрываем крышку, вешаем ремень, и я вам показываю готовые часы. Ну и клеим рамочку на безель. Все, сделаю сейчас быстренько. Ну, быстренько. И покажу вам. Ну что, братья, готовы узреть Юрика? Да не Юрика, а Юрика. Вот он, браты мои, вот он наш... Вот он наш бедный Юрик или улыбающийся череп.
Хамаш на Белл Эндрос, смеющийся черепок. Вот такой получился. Еще раз напоминаю, что мы не делали точную копию. Мы делали мод, модификацию, хамаш, как хотите называйте. И вот такие вот у нас получились часы. По образу и подобию. Ремешок, ноутбук, видите, с логотипами. Ну, так получилось, опять же, да? Здесь так, а здесь вот так. Вон логотипчик Seiko, да? Сейчас запустим, ну или посмотрим. Давайте, так, сфокусироваться. Или просто увеличить. Сейчас просто увеличим. Вот так все это выглядит. Лампочка отсвечивает. Вот такие получились часики. Как вам? Напишите комментарии, пожалуйста. Они, опять же, говорю, у нас идут на Авито. В продажу ссылку я оставлю. Давайте посмотрим по габаритам. Но они также такие же точно, как и вот эти вот у нас синие. Ничего не поменялось в размерах. Безель у них 41,6. Сам квадрат 40,8. Он квадратный, да? И толщина 13,8. Ремень широкий. По ушам. На 24. Ремень хороший. Безель направленный на 120 кликов. Керамическая вставка. Сверху сапфировое стекло, снизу минеральное стекло. Механизм NH38 с автоподзаводом и стоп-секундой. Все. То есть часы можем запустить. Стрелочка, вон, Seiko побежала. Ну, как-то так вот. Вот. Сейчас на руку прикинем. Секундочку, снимаем. Сегодня мы, поскольку в красном, поэтому в олимпийском резерве. Текс. Оп. Запястье 19 сантиметров. И вот так часы смотрятся на руке. Оцените. Бэр. И главное, напишите свой комментарий, как вам подобный вариант стимпанка. Имеет право на существование или нет? Все, друзья мои, переставляю камеру и... Люминофор, как обычно. Сейчас, секунду. И вот так вот это у нас в темноте выглядит. Ну, может быть, на секундной, конечно, и нужна была точка. Ну, бог с ней. Главное, видно метки и стрелки. Вот таким макаром. Это наше произведение. А это Белл Эндрос. Я обещал, что похоже не будет. Естественно, вы сейчас скажете, что вот это вот оригинал, то да сё. Ну, а у нас вот такие. Кстати, под оригинал такой же точно череп сделали Pagani Design. Вот такой вот внедрили в свои часы. Точно такой же череп. Ну, правда, оскал немножечко другой. Но не стали они это самое. Ну, а у нас вот это. У нас зато в короне. Король, мертвый король. Все, друзья мои, переставляю камеру и будем завязывать шнурки. Бедный Йорик. Йорик, братья мои, напишите, как вам часы и какие вам больше нравятся все-таки. С черепом или просто синие? Без привязки к Белл Эндрос. Да, давайте забудем о Белл Эндрос. У нас свой такой мод. Свой хамаш. Вот, друзья мои. Юр, мы желаем, как обычно, здоровья и процветания ребятам, правда? Да. Вот, желаем вам от души.
чтобы у вас все было нормально. Скоро будут новые сборки. Там будем, как говорил, Омега 007 Джеймс Бонд делать. Гранд Сейка в новом корпусе. GMT едут. Так что будет много интересного. Наверное, в ближайшее время соберу то, что обещал, то, что в этом году было в Женеве на выставке оранжевый Rolex. Да, представили они, который новый. И такой у нас сейчас уже у меня комплект почти собран. Так что работы много, видео будет много. С канала никуда не уходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас по-братски обняли. Всего вам самого хорошего. Все, пока, мои дорогие.